Говорит Джастин, помощник Санты. Легендарный Рудольф объявил о своем уходе на пенсию. Ты слышала, Хазел? Это мой шанс доказать, что я не хуже этих выскочек, возомнивших себя царями зверей. Это Элиот. Давай, Элиот, шевели копытами! Он маленькая лошадка. Мне кажется, я бы обогнал гепарда. Научись сперва догонять оленя. С большой мечтой. Просто дайте мне шанс. Я знаю, что я подхожу в упряжку Санты. На 100%. Ты сможешь! Вот так, дамы и господа, рожденный ползать, летать в упряжке Санты не может. Предновогоднее волшебное время. Вот она, узница настоящих оленьих героев. Эй, отбор в ясли был на прошлой неделе, Крапуз. Сдавайся, ты все равно рогами не вышел. Я никогда не сдамся. Мотай на рога. Северные олени такие козлы. Всегда были козлами и ими останутся. Даже Санта это понимает. Санта! Слушай свое сердце. Если мечтать, то по-крупному. Левыми, правыми, раз, два, три. Ты сможешь все. У тебя получится! А малыш-то отжигает? С нами мечтал Александр Олешко. Я сделаю из тебя царя зверей. Счастливого Нового года! В конце концов, мы есть друг у друга. И это главное. Даже маленькая лошадка может стать оленем. Элиот – самый маленький олень Санты, когда выпадет первый снег.